59-летняя Илона Броневицкая воспитывает двоих детей, 39-летнего Стаса Пьеху и 33-летнюю Эрику Быстрову. Артистка поделилась драматической историей, которая произошла с ее наследником. Единственная дочь Эдиты Пьехи не считает себя идеальной матерью. Телезвезда сожалеет о том, что жертвовала семьей ради карьеры. Однако в трудные моменты певица всегда была рядом со своими детьми. Илона рассказала, что через несколько дней после того, как Стас появился на свет, он серьезно заболел. Ребенок подхватил кишечную инфекцию и был на волосок от смерти. Поначалу докторы не давали радужных прогнозов. Где-то даже шептались, что мне лучше идти домой. Сын появился на свет весом в 3,5 килограмма, в больнице похудел до 2,5. Был такой несчастный маленький человечек. Кое-как выходили, призналась Броневицкая. Она также рассказала о браке с отцом Стаса, литовским джазистом Петрасом Герулисом. По словам Илоны, музыкант привлек ее своей внешностью и красивым голосом. Певицу предупреждали, что Петрас не останется с ней надолго. Так и случилось. Они прожили вместе всего 5 месяцев и разошлись по обоюдному согласию. Это была шальная любовь. Он хороший человек, но с ним жить нереально. С ним не получается создать семейную конструкцию. Родился хороший мальчик. Но потом мы расстались без всякого драматизма, заверила Илона, отметив, что они с бывшим мужем и сейчас поддерживают теплое отношение. Артистка вспомнила забавный случай. Герулис хотел назвать сына Наполеоном. Броневицкая испугалась, что муж настоит на своем. Тогда она обратилась за помощью к матери. Эдита сказала, что пусть лучше будет Станиславом. Петрас с мамой спорить не стал, рассказала певица. Дочь Эдиты Пьехи добавила, что жалеет о своем поведении в момент развода родителей. Она призналась, что ненавидела мать, когда та ушла от отца к другому мужчине. Илона часто спорила с родительницей и специально делала ей больно. Была на стороне отца и бабушки. Мой мир тогда развалили. Я была жестока, молода, глупа. И делала все так, как считала нужным. Разоткровенничалась Броневицкая в эфире программы «Судьба человека». Заведя своих детей, Илона во многом поняла мать и простила ее. Стас Пьеха признался, что часто занимался сексом в парке. Он рассказал, почему отказался разводиться с женой. Внук Эдиты Пьехи помнит всех девушек, с которыми у него была интимная связь.